холодная. Я вже біцидини в розтягу. Нет, уже в любом случае обесточены, я провода между собой замкну. Где, кто еще есть туда? Там, я знаю, бабушка какая-то стоит. Вот бабушка. Бабулька нам надо. Скажите, не надо, и это. Сади. Присаживайтесь. Присаживайтесь, присаживайтесь. Бабуль, как себя чувствуете? Ой, ладочка, мне плохо. Что плохо? Я лежу лучше. Не надо, не надо. Посидите, посидите. Сейчас все будет хорошо, сейчас все будет хорошо. Дальше? Да, вот. Следующие ворота. Где фары светят, куда проезжать? Посмотрите, может, молодцы, нормально? Молодцы. Целые, сюда, целые. Давайте хоть давление так. Сом очка. Красавица. Да. Позаписываешь мне данные. Хорошо, да. Давай. Тонна, есть полтора. А вот пишите уже 5 тысяч человек, да? Не пишем. Не, а вот начальник ГСНС здесь рядом со мной. Двое отказались от газгольза. Ну там да, двое отказались, понятно. Там, они не идут как пострадавшие. Все, сейчас я фотографирую, перекидываю в группу, а вот там уже дальше. Бесит токсичная такая штука. Ракетное топливо – это очень большая и сильная химия. Да, и ну, я каких-то секунд видов запаха нету, только чувствую. Белый порошок не нюха. На, вон ловит. Калибр. Типа, калибр, да? Калибр. Обстрел ставься. Ракетами 9М727. Зенитно-ракетному комплексу «Искандер». Сколько у нас будет пацанов? Привезет, говорят. Ну, минут нам... А намордник надо? 20-25. Да все хорошо будет. Главное, чтобы ее быстро... У нее с носа кровь течет, и причем она еще свежая льется. Все хорошо, хорошая собака ты, да? Не надо, там тебе неинтересно. Полежи, отдохни, отвезем тебя к доктору, да? К собачьему. Видишь, за тебя хозяйка переживает. Как собачку зовут? Грэм. Да, все были в доме. Ну там котик еще мертвый лежит. Тихо, тихо. Кулак можно было бы достать, а молодец, ты умница. Тихо, тихо, мой хороший. Оп-оп-оп. Мой сладенький. Все, подняли? Все, все, все. Все, все, не бойся, не бойся. Вырвали, вырвали. Ходим, там еще собаку положим. Просто машина там дальше. Ну, жена контуженная, да, ребенка полезли там забрали. Полезли в больницу. Сарай, нет, все, надо разбирать, наверное, где. Я не знаю, что не делать. Крыши нету фактически. Вон там фронтон на крыше, окна все повылетали в доме. Ничего нету. Полопали с ним. Стены полопали. Если там как волна, дверь блядь, еле открыл. Пусть не делает, только менять. А что у жинцы? Рука поранена была. Сильно? А? Сильно поранена? Ні, яка лева рука. А як було? Прильот був, я в хаті був. Лежав на кровати, телевізор виключений. Воно як гахнуло, вікно на мене полетіло на кровати, телевізор. А син он в туалеті сидів. Кота вбило, вон лежить кіт. А собака там в огороде. И скло там валяется, осторожно. Наташа, яхты.
повытягивала стекла. А?